Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас психологический классный час. Что это такое психологический? Психологический. Сегодня попробуем узнать, кто вы, какие вы. И вы, может, себя получше сами узнаете. Когда у нас в классе был небольшой конфликт, правда? Да. Ну, хорошо, что он закончился конфликтом. Как говорится, хорошо. Мы помирились, все забыли. Да, устроили общий лад, как говорится. Но вот это вот дело меня натолкнуло одну мысль, чтобы задумались о своем поведении немножко. И вот сегодня будет такой тест, который называется «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». Ребят, постарайтесь искренне отвечать на вопрос, который вам задавать. Вопрос будет один. Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации? Плохо. Это будет один тот же вопрос, но я вам помогу представить 15 ситуаций, где можно задать этот вопрос, И вы должны на каждую ситуацию дать определенное количество баллов. 1, 2 или 3. Я на сцене пишу слова без права. Итак, напишите вниз 15 цифр. 1, 2, 3. Итак, 15. Пишите. Раз, два, четыре, пять. И так до 15. Готово? Да. Так, молодцы. А здесь напоминал, что напишу. Сколько баллов будет стоить каждый ваш ответ? Если вы будете отвечать на вопрос, который я задам, ответом часто, то это 3 балла. От случая к случаю, то есть иногда, это 2 балла. И если вы отвечаете редко, то есть почти никогда, это 1 балл. Понятно? Итак, еще раз говорю, вопрос один ко всем 15 ситуаций. Как вы обычно ведете себя в споре или в конфликтной ситуации? Спорить мы все любим, да, поспорить. Класс у нас боевой, все скотч. Итак, как вы обычаете в конфликтной ситуации? Первое. Угрожаю или дерусь? Если часто это делаете, угрожаете, деретесь, то 3 балла. Иногда 50-50, 2 балла. И редко, может, и вообще даже не было. Я часто. То 1 балл. Итак, вы сейчас, значит, по первый вопрос и пишите цифру 3 или 2, или 1. Хорошо, это анонимно, это никому не рассказывает. А это типа конфликты? Да. Да, часто. Можете молча, можете никому не рассказывать, вам стыдно за свои поступки. Вторая ситуация. Стараюсь принять точку зрения противника. Считаюсь с ней, как со своей. То есть пытаюсь понять его, почему-то он не обиделся. То есть пытаюсь как-то к нему проникнуть в его мысли и понять, за что он не обиделся. Да. Это от меня? А понять. Это уже второй пошел. Конечно. Ну давайте-ка тоже. Пытаюсь понять противника. Если да, то 3 балла. Нет, 1 балл. А иногда 2 балла. И сразу берете на ладошку. Как некоторые тут сказали. Нет? Третья ситуация. Я ищу компромисс. Компромисс, то есть договариваюсь. Так, давай. Ты меня не бьешь, а я тебя не обзываю. Да? Это называется компромисс. Если вы договариваетесь, любите, 3 балла. Нет, 1 балл. Но бывает... Ситуация номер 4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. То есть признаю свою ошибку, но... Да. Признаю свою ошибку. 3 балла. Никогда не уступите, даже если не правы. 1 балл. Да. Пятая ситуация.
идет. Итак, если избегаете часто, то 3. Если резко вы это делаете, а прямо фаралом берете, то 1. Если иногда, сколько? Шестая ситуация. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 3. Это закончилось. По всякому, в любом. Конфликт. Конфликт. Это все это конфликт. А если 3, то всегда? Да. Так, какая теперь ситуация номер какая? 7. Правильно. Пытаюсь выяснить в конфликте, с чем я согласен или согласен, а с чем категорически нет. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем нет. И сразу говорю, так, я вот тут с тобой согласен, а вот тут нет. Ты меня убей, но я не поддамся. Иногда. Так, если такое бывает у вас в конфликте, что... А можно два варианта? Нет, один вариант. Так, дальше. Номер 8. Я сам иду на компромисс, то есть на договор. Нет. Можно даже ничего не сказать? Потому что я даже никогда... Ну, под... есть, но один все равно поставить. А это красный. Ну, бывает. Иду на договор? Да. Ну, типа... Может, вот такой вопрос похожий. Ну, все. То есть пытаюсь избежать драки мирным путем. Ну, вот, слушай, мир, все время бежит по драку, если мы тут позоримся. Это получается, если я постоянно хочу драться, я древняя стать или один? Если иду на компромисс, если... Нет, тут речь о мире. Нет, я не избегаю драк. Значит, один. Значит, не идешь на компромисс. Я даже не иду. А Лена за вами драться любит, и кто-то... Если предстоит война, бей первый. Если войны не избежать, бей первого, да? Такой девиз такой, да? А вас вот на двоих призы поставить. Если я еще я, у меня же не любовь. У меня не любовь, у меня сейчас любовь. Давайте дальше. Да и убери, не убери. Молодец. Итак. Так, 9-й? Да, да. Я сдаюсь. Часто, иногда, редко. Вообще редко. Я никогда не сдаюсь. На все классе все боятся. Вот если бы... Да. Вот если бы... Залет Амазона? Если бы... Я вообще точно... Да дай тебе сказать. Если бы с Миланой начнем... Нет, смотри туда. Да, Александр, надо рассказывать. Да, да, да. Если... Вот у меня мамин характер, мама сказала то, что если она начнет драться, она не отступит. И она сказала то, что у нее характер... Ой, у меня характер. У меня семья, я вообще хочу. Продолжаем. Итак, 10-е. Лера, потом сейчас дадите слово. 10-е. Я меняю тему. Вот чувствуешь, сейчас очень тяжело. Вот, иногда. Я снимаю тему, чтобы острые углы обойти. Я это как-то делаю, или специально будет просить лично. Так, если вы всегда меняете тему, избегаете скандалов, то 3. Если вы редко меняете тему, пусть скандал идет, то 1. Я стою, как стоял, если он так будет стоять. Но если мне показательство, что если я не так, то я скажу, как-то. Давайте так, смотри, у нас мужение, у меня мама, это характер от мамы. Я настойчиво повторяю одну и ту же мысль, пока не добьюсь своего. Третье. Это я. Редко? У меня редко. Часто. Мать? У меня да. Часто. По 3 балла, да? Да, кто еще хотел сказать что-то? Нет. Я хотела сказать. Да, что? У меня, знаете, характер у нас стыдный. Я всего добьюсь своего. А вот какой у тебя характер? Мы сейчас проанализируем за счет ваших ответов. И узнаем, психолог вам сейчас обработает ваши данные. Да, искусственный интеллект сейчас считает ваши ответы все и выдаст вам вердикт. Кто вы, что вы? Вы типа по видеосвязи?
Какой вы? Конечно, я нас слушаю. Привет! How are you? I'm fine, thank you. Так, следующее. Какой номер? 11. Так, 11-12. 12. Я пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось. И все равно бью. Классно. И все равно кто прав, виноват. Бей себе, подряд потом разберемся. Да. Да? Ну, да. Отвечайте. Итак, я пытаюсь разобраться. Тут и не пытаюсь. Один, если иногда, то два. Вы сами видели, только что с Димой хотела разобраться. Да, а теперь нарывался. Он вообще вот там и бил меня. Подтверждаю. Значит, 17 человек. Не надо было. Таких всех местах, где старший классик я летаю. Был такой. А ты специально нарываешься на ветерях. Да, я нарываюсь. Помните мультик про котенка Гава? Да. Они в таракане, видели. Пошли. Давай, нельзя выходить сегодня на улицу, там нас ждут неприятности. Они сейчас там ждут. Давай. Нельзя выходить, да? Номер. 13. 14. 13. 13. Я немножко уступлю и подоходим сам уступлю и другого. Сам уступлю и другого. К миру попытаюсь теперь. Если так, то три. Если такого не бывает, не хочешь ты перемириться, то я один. Не знаю, либо я там дали совет. Ну, два поставь. Я просто привет. Пока я вас мирю. Сами еще пока не отмирились. Мы с тобой ты сами мирились. Да. Мы сегодня сто раз мирились сами. А, хорошо. Значит, пишите два. И так, и так. Четырнадцатое. Я предлагаю мир. Нет. Нет. Ксюша тебе не предлагает мир, а я нет. А тебе что? Почти не надо. Именно прям слово. А Ксюша тебе говорит мир, нет. Мир, нет. Мир. Нет. Мир. Нет. Нет. Я только подвижу. Ты тоже дерешься? Бывает. Мне кажется, ты тоже дипломат, нет? Бывает. Так, и последний. Точка, а вот реакция это что значит? Ну, я тебе предлагаю мир. Иначе. 15. Пытаюсь обратить все в шутку, чтобы драки избежать. Да я пошутил с нею, не обижаюсь. О, я так и родила. Это дело с вами. Попробуй не обижаю. Вы сама не продрала. Вот. Что не притвориться, я ее начну на колы. Притвориться я плачу. Ты не поплачу. А потом такая улыбаюсь. Скажи, да я лечу. Так, ну что ж, а теперь нам надо посчитать баллы. Поставьте букву А. А где? Снизу где баллы? Ну, снизу букву А поставьте. Я так и не поняла, где? Ну, низ. А что это? Большую цель. После. На следующую очередь. Алексей. На следующую очередь. Нашла букву А. Букву А поставьте и подать равно и возьмите. Здесь. Первый ответ какой за сколько баллов? Три. Бежит первый ответ сюда. Один. Ну, кого сколько, я не знаю. Потом плюс шестой ответ. Возьмите из шестого ответа. Сколько там был шестом? Три. И плюс возьмите из одиннадцатого ответа. Три. Из одиннадцатого ответа. Три. И складывайте. Итак, если у кого-то... Слушайте ответ. Этот параметр отражает жесткий тип решения конфликтов и споров. Вы до последнего стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, вы стремитесь выиграть. Этот тип человека, который всегда считает себя правым. Он акула. Силовая стратегия его цели. Конфликт решается выигрышем только для себя. Ориентация только на свои интересы. Игнорирует чужие. Этот человек эгоист. В себе ущерба он еще делать не будет. Преимущество. В нем зато не копится отрицательные эмоции. Он быстро все справляется и забывает. Недостатки.
Конфликт не решается справедливо. Постоянно конфликт со всеми не будет. Это... Итак, если большой балл, у кого сколько? 5, 7, 8, 6, 7, 8. И у нас самый нелюбимый человек. Вот два, два, вот два ангела сюда. На 8, на 7. Скандальный тип получается. Вы скандальный? Вы человек война. У меня есть 8. Это тоже много. У меня 8. Это 5. Много. А вот 8. Мир лад. Три балла.
унижаете доброту. У меня 3. Такого много, но он умеет унижать доброту. А 6. То есть он умеет пожалеть так, что тому станет... У меня 3. Неприятно, да. У меня 4. А у меня 3. Ну, значит, не умеете вы. Да добрым быть вы не умеете так, чтобы... А 6. Готовность ставит на точку зрения противника, отказывается от своей, умеет отказаться от своей. И это тип на дежурный. Он сглаживает острые углы. Такие люди любят, чтобы их понимали, ценили, ради чего жертвы успеху. Они уступчивы. Какие преимущества? Они связаны с отношениями со всеми. Недостатки конфликта все равно не решаются, накапливаются. То есть он пытается все спрятать под ковер. Чтобы уметь это добраться. Не трогай проблемы. Или они не произойдут. Они все равно накапливаются, да? То есть это напряженный, который такой неповоротливый. Хочет с ним дружить, но проблемы решить не умеет. У меня 3. У кого это много, тот такой. И последнее. Т. Надо сложить. Все эти буквы, которые получили. 5, 10, 15. Это стиль называется черепаха. Черепаха. Если человек черепаха, у кого много? Я 8. Я черепаха. Да, значит, вот ты черепаха у нас. Я черепаха. И черепаха и акула. У меня 8. С одной стороны вещь и злая, а с другой стороны стиль... Так называемый «Руси вовремя». У меня 4-5. Вы стараетесь не обострять ситуацию. У меня 4-5. 6-5. Вы стараетесь... Так, вы не хотите слушать, да? Я хочу быстрее взять историю. Тип черепаха. Он уходит под панцирь, отказывается от достижения своих целей, от участия. Во взаимоотношении с другими участниками. Должно считать себя выше других, и мы там хорошо. Преимущество – это безопасность. Безопасность и опасности. Человек сам конфликт не создает. А недостаток конфликта не решается, и может возникнуть через некоторое время снова. Теперь вы знаете свой стиль поведения в конфликте. Итак, больше баллов у кого? Как на самом максимальный балл? По какому правилу это был? А можно ли все себе баллы вместе снизить? Ты у нас сова мудрая. А если я два ответа? Какой самый большой? А буквы какие? Б и Г. Б и Г. Это что, сова и петушона? У меня я А и Б. Что? Акула или лиса хитрый, но можешь подраться. А, Б. У меня 8, 6. Нет, самый большой какой? Акула. 6. А, нет. Номер какой? А, нет. Акула тоже. А, Б. Все девятки? Девятки где тут? А и Б. Акула. И Д, вот Д. А, я акула. Вы, значит, ответили мне. У меня 9 и 5. А две какие? А, акула тоже ты у нас. На большой восьмерку тоже акула. Тоже акула. Ты у нас? Сова, мудрая. Я черепаха! Ну, черепаха где-то ошиблась, наверное. А вот первый два ответа, они сильно совпадают.